Всем привет, меня зовут Илья Бунин. Посмотрел «Мумию невыполнима» с Томом Крузом. Ой, то есть «Грань мумии». Извините, просто «Мумию». И чё-то как-то я не проникся перед запуском. В общем, сегодня я расскажу вам, как фильмец, кому стоит его смотреть, стоит ли вообще, и попробуем наконец разобраться, куда очередной раз бежит Том Круз. Погнали. «Мумия» — это фантастический боевик с элементами ужасов и триллера от режиссера фильма «Люди как мы», сценариста вторых «Трансформеров» и обладателя «Золотой малины» Алекса Курцмана. Фильм одновременно стал перезапуском старой «Мумии» и первым фильмом новой объединенной киновселенной под названием Dark Universe. Да, той самой, о которой я рассказывал в новостях кино. В ее рамках планируется впихнуть в один фильм классических героев, таких как «Мумия», «Чудовище Франкенштейна», «Человек-невидимка», «Дракула» и многих других. Следующим фильмом после «Мумии» должен стать перезапуск «Франкенштейна», причем на главную роль уже подписался Хавьер Бардем. А затем наступит очередь «Человека-невидимки», которого на экране должен воплотить Джонни Депп. Скорее всего, судьба киновселенной будет сильно зависеть от того, какие результаты покажет в прокате «Мумия». Основные съемки фильма проходили в Великобритании и Намибии, а рулит всем этим делом студия «Универсальные картинки», которая выделила на производство ленты нехилый бюджет в 125 миллионов долларов. Сюжет фильма рассказывает о том, как неразумные европейцы и американцы лезут туда, куда не надо, и делают то, чего делать не нужно. В результате пробуждается древнейшее зло, которое не выспалось за 5000 лет, и теперь будет все ломать. Для начала давайте слегка окунемся в прошлое. В далеком 1999 году вышел фильм «Мумия» с Брэндоном Фрейзером и Рэйчел Вайс в главных ролях. Лента стала ремейком оригинальной «Мумии» аж 1932 года выпуска с легендарным Борисом Карловым в главной роли. Помню, в свое время она мне нравилась, да и вообще считалась крутой. Просто этот дорогой блокбастер в необычном египетском антураже ярко выделялся на фоне стандартных боевиков, которыми киноделы заваливали зрителя на протяжении всех 80-х и 90-х. Ну и зрители с аппетитом схавали и попросили добавки, которую получили в 2001 году. Сиквел получил чуть больше бюджет, новую историю и старых героев. И, как мне помнится, вторая часть была тоже неплохой, не хуже первой. Сейчас особенно забавляют воспоминания о молодом Дуэйне Джонсоне. Потом серия как-то заглохла до 2008 года, когда в прокат выпустили триквел с постаревшим и уже никому не нужным Фрейзером, кучей новых персонажей и какой-то левой теткой вместо обаяшки Рэйчел Вайс. Таких приколов зрители не оценили. Насколько мне помнится, фильм был днищем, и как результат все закончилось на минорной ноте. До очередного перезапуска прошло почти 10 лет, так что я думаю, что вы, что я вполне могли проголодаться по этой теме. Авторам же оставалось лишь не ударить в грязь лицом. Они не стали изобретать велосипед, так что концепция осталась та же. Главные герои бездумно вламываются в древние захоронения, выпускают джина из бутылки, а потом весь фильм бегают от него в ужасе. Отличие от сюжета предыдущей серии только два. Во-первых, действия фильма перенесли в наше время. Во-вторых, при копировании общей концепции, душевности и сюжетных интересностей в фильме стало гораздо меньше. История более прямолинейная и незамысловатая, а взаимоотношения между персонажами и предыстория антагониста слишком поверхностные и мимолетные. Но все эти претензии у меня были уже не к самому сюжету, а конкретно к сценарию. Иногда мне кажется, что я говорю одно и то же из обзора в обзор, но серьезно, ребят, а что делать, если основная проблема в подавляющем большинстве фильмов — это сценарий? Вот над этим опять работала хренова туча разных людей, аж 6 человек, включая самого режиссера. И что? Опять все плохо. Знаете, первые минут 40 фильм-то смотрелся более-менее за счет хорошей динамики, череды событий и временами недурственных экшн-сцен. Вот вроде бы все бодро, но только ты переваливаешь за первый час картины, и все. Осознаешь, что больше ничего интересного не будет, и становится все более выраженным осознание, что не было внятной экспозиции, и герои невероятно поверхностные. Глубины у персонажей никакой. С хрена я должен сопереживать таким героям, если авторы обозначили только их имена и род деятельности, после чего сразу бросили в пекло? Вот сфига ли мне они должны быть интересны на протяжении всего фильма? Как можно так бездарно подходить к их представлению? Да, поначалу я получал какое-то удовольствие от просмотра и тешил себя надеждой, что в дальнейшем и предысторию расскажут поподробнее, и героев получше раскроют. А нет! Где-то после середины фильм стал стремительно сдавать позиции по всем фронтам. В повествование все чаще начали вклиниваться персонажи вроде доктора Джекила, который совсем уж безобразно проработан. Кто он такой? Откуда взялся? Чё у него там за мистическое альтер-эго? Сам фильм по этому поводу не дает никакой информации. Так что если вы не знакомы с историей доктора Джекила и мистера Хайда,
Прайда, то вопросов будет очень много. Повторяющиеся раз за разом зомби-замесы становятся однообразными и под конец уже утомляют. Ну а развязка — это просто кранты. Этот образец бредовости, сборник всевозможных клише и эталон наплевательского отношения сценаристов убил весь потенциал фильма буквально за 5 минут. Мумию сливают самым конченным образом. Она всем наваляла и уже держала желаемое в руках, но тут ей очень понадобилось поговорить, как и всем антагонистам-дебилам. Хотя сначала такой необходимости почему-то не возникало. Что там происходит с героем Тома Круза и как все-таки работает этот гребаный ритуальный кинжал, это вообще отдельная тема, над которой можно часами руками разводить. С экшеном в фильме примерно такая же ситуация, как и со сценарием. В начале фильма он не просто удерживал мое внимание, а даже умудрился немного впечатлить. Первые 40 минут фильма радуют довольно разнообразной движухой. Тут и перестрелки, и спуск в гробницу, и эвакуация с применением военной техники. А сцена с крушением самолета сделана так круто, что после нее еще минут 20 чисто по инерции воспринимаешь фильм на позитивной волне. Но чем дольше смотришь фильм, тем менее разнообразным становится экшен. Постепенно все сводится к системе: бежим от зомби, деремся с зомби, бежим дальше. Здесь уже все стандартно, скучно и утомительно, что усиливает контраст между бодрым началом и невнятной концовкой. Визуальный же ряд и постановка тоже не вызывают восторга. Графика неплохая, монтаж и операторская работа иногда вызывают вопросы, но в целом пойдет. Из небольших плюсов могу отметить разве что мрачную атмосферу. Некоторым сценам даже удается нагнать легкого саспенса. А вот с локациями и декорациями в фильме как-то бедновато. Даже антуража Древнего Египта не хватает. Да не то, что не хватает, его, по-моему, вообще нет. Визуально фильм вообще не отпечатывается в голове. По актерской игре все ровно, касту никаких претензий. Рассел Кроу и Том Круз — актеры топового уровня, которые лажать не привыкли, но тут и лажать негде. Том, как обычно, весь фильм бежит куда-то с выражением лица человека, роняющего кал. А Рассел так, на подработку забежал. Знаете, хоть мне Круз и импонирует, но такой слабый сценарий не вытащить даже невероятной харизмой и космической актерской игрой. То же самое касается и Софии Бутеллы, и Аннабель Уоллес. В общем, как это ни печально, но фильм в целом плох. Это слабое развлекательное кино, без внятного начала и без внятного конца. В порыве создать деньгостригущий конвейер и угнаться за крупными мастодонтами вроде Marvel или DC, авторы совершенно забили на смысл и на ключевых персонажей. В результате 2 часа тупого экшена, без нормальных героев и без интересной истории вообще не смотрятся. А концовка — это просто плевок в рожу. Вот серьезно, кроме редкого чувства тревоги и сцены крушения самолета, фильм не оставил никаких впечатлений. Том Круз с одной стороны исполнил роль как обычно, но с другой очередной раз заляпался. Сначала убогий второй Джек Ричер, а теперь и мумия. Знаете, раньше я считал, что Круз достаточно избирательно подходит к выбору фильмов. Но так и было, какое-то время он был символом качества. Не буду говорить о массе хороших старых фильмов, вот взять даже из последних. «Грань будущего», «Обливион», «Первого Джека Ричера», «Последнюю миссию невыполнима» — это были нормальные фильмы в своих жанрах. Но сейчас я уже стал сомневаться. Надеюсь, он одумается, а то так недолго и до уровня Кейджа упасть. Ребят, на этом все. Не забудьте оценить видео и подписывайтесь на мой инстаграм. Туда я публикую свои короткие мнения о премьерах фильмов раньше обзоров. Например, мнение о «Мумии» там было еще в четверг, так что подписывайтесь и до скорого. Пока.